О, Паха поймал что-то у нас. Коряга, да? Да так, коряга, ты смотри. Коряга, блядь. Подожди, подожди. Лена, на эту. Смотрите, мы думали зацеп, Паха тянет кого-то. Так, лезь, только ты, он сейчас сойдет. Опусти. Опусти сюда. Сейчас сорвется, Паша, блядь. О, первый, ребят. На, ты смотри, забагривал-ка. Смотри, Ленка. Заплавни. А он такой сидит, зацеп. И сидит, блин. Минуту смотри. Посидел. Так, нет, ну. Минуту он, посидел, он, минуту посидел. Бревна и сыпь, потом, короче, но. Так. И потом посидел такой. Нет, тянет, дергает. А да что ты это? Вытащи крючок, блин. Пашка. Красавчик. Ну, я сначала зацепил, а он, скорее всего, потом сдернул. Ну класс. Дайте сфоткаю. Раз. Дай сфоткаю. Посмотри сюда. Видишь, не зря уже поехал. Помогите, помогите, Лесь, помогите. Так он пересел. Ну-ка, ну-ка. Ясь? Ясь, точно, ясь. Подожди, ну-ка, вот так скажи, ясь! Ясь! Сегодня мы с таежным Паханом и таежной Еленой находимся на рыбалке. Вот у нас третий, четвертый лещ. Вот так вот. Пашка уже троих поймал, а, у него двоих. Одного леща, одного лезя, я одного леща. Осталось только обрыбиться таежной Елене. Она тут сидит, кушает. У нее тут она не одна, кстати, там сидит. Ладно, в общем, рыбачим. Это отпуск, я понимаю. Да. Покажи. Красавчик, и ты красавчик, Пашка. Ну, раз мы поймали уже столько рыбы, мы приехали в 3 часа. Целый пакет уже. То есть там 4 леща у нас, там ези, короче. Окунь, хватва, короче, ну, поклевывает, ну, редко, но все равно приятно. Дергает. Так я знаю, надо просто ты водяному не налил. Да, да вы себе еще даже не налил. Так ни себе, ни водяному. Бля, что-то дергает у меня там. Мы будем ждать уже конкретно. Да, я чуть-чуть водяному налил. Так. Вот так вот. А что, закуски нет никакой, только запивка. Нет, там все есть. На, вот все, на, все. Меня клюет там, сука. Так, подождите, Ленка, держите. Клюет. Клюет, 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 я видел. Не знаю, что оно, что-то клюет. Там сразу поймет. Плотва. На, вялку. Даже чокнуться не дала нам. Ветер такой мешает, зараза. Все, одно. Ну. Так. Так и так, дорогие друзья. Сегодня мы. Вообще у нас. Вы какаете, вы какаете. Так и так, дорогие друзья. Давай, дорогой друг. Ты там пицца есть? О, у нас домашняя пицца. Так, ты хлопнул уже? Да. Ну, за рыбалку. Да. Пашка, у тебя что с поповком? Стой. Меня клюет. Да, я вижу,
что-то у тебя не то происходит. Это Паша жопа дергает. О, о, ребята, помогите! 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 О, ты удочку покажи, как гнется. Шестиметровая. Спасите! Иди сюда! Все. Рома, таежный только таких ловит. Пашка? Побольше опять таких будет. Стоп. Так вот. Дорогие друзья, сами все видели. Помогите! Помогите! Кто бы мне помог? Метровая. Где? Вот. Спасите! Иди сюда! Фу, ты что такой слабенький? Сдался так быстро. Таёжные только таких ловят. Ну, вас. Пока. Так. Класс. Друзья, сами все видели? Да, я же не так. А что, давай в нос может рыбу кидать? Нет, там тоже колется. Ну и что им будет? И что? Лодка рыбой провоняет. Кто бы тебя сейчас эти подписчики засмеют. Ну, у нас прогулочный катер. У нас он не прям рыбацкая лодка. Рыбацкая лодка. Щелкни там насосик. Короче, я видел, обрывками будет. Как это потом в этом будешь херачить? Я могу на ком скинуть. Том скинем, все. Держи. Так, дорогие друзья, мы продолжаем рыбалку. Я думаю, надо Павел нам еще по одной с собой. Это что-то как-то вообще рюмки маленькие. Ни в одном глазу, так сказать. Ну, если бы ты почаще бы включал камеру. Да это все потом. Ты это все потом это. Все вырежется, если что. Не переживай. Но это не точно. Зачем это? Это для хорошего кадра, Павел. Контента? Да. Не забывай, что подписчики с нами, так сказать. С нами сидит сейчас в лодке 12,5 тысяч человек. Так что поэтому мы не могли на глиссер выйти. Давай. Ну, леща. Давайте, да. Клюет. Тяни. Подматывай, тяни. Как Ленка поймала леща? Ленка поймала леща. Давай, 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 давай. Так. Больно руке? Ну зато кайф. Тихо, 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 так не поднимай. Стой, стой, не тяни. Ну что, хватай, хватай. Сама, хватай, леща самого хватай. Хватай леща. Вот так вот у нас вот. И Ленин первый лещ. А ты плакалась, ну, ну! Можно. Пашка, у нас сейчас, блядь, вот тут будет. М? А вот на 2 килограмма тащишь, это вообще просто. Есть, есть, Лена, давай! Есть! Ты чё? Она же не чувствует, говорит, там нету ничего. Тяжело? Беременна. Она беременна. Тихо, 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 тихо. Стой, стой, стой. Не надо так много подматывать. Сорян. Сейчас, подожди, Ленка. Давай своего клеща. Да пусть она берет, Пашка, сам. Тихо, 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 тихо. Ты бери его прям за жабры, Ленка. На второй крючок смотри, не зацепись. Давай, 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 хватай. Хватай, не бойся, хватай. Это не щука, хватай. Все нормально, молодец. Все, смотрите, какие у меня ногти. Бля, да, хорошие. Поставь мне яйца, это на Пасху. Дорогие друзья,
В прошлый раз самую удочку, в этот раз купил теплую. Хорошенький лещ. Хороший лещ. Ну такое. Отличный. Смотри, толстый. Класс. Василий, тебе привет. Кондратьеву тоже привет. Друид Феофан, тебе тоже привет. Ты же чувствовал, ты дернула его, он у тебя хоп, сразу же. Не чувствовал? Да, конечно, ты не чувствовал. Я не чувствовал, я чувствую вес, я чувствую, что в руке больно. Все. Просто, сила нет в руке. Ну, нормально. Сейчас мы тебе соорудим, ты говоришь, домой, сейчас только рыбалка начинается. Ну, когда клюет, понятно. Хочется тебе, тебе теперь хочется домой? Ну, еще можно порыбачить? Да. Подожди, блин. Да уже две коптилки там уже есть. Ой, больше коптилки, но... Пофоткаемся потом с Я вот 3 метра удочки за глаза. Ну как раз тебе удочки. Все. Нормально так. Ну, теперь можно и еще по одной. Сами такие плавают. Тянет? Тянет? Давай, давай, давай. Пахна, поднимай. Давай, давай, ты это лечь. Стой. Борис, лечь, лечь. Лечь. Лена, блин, держи. Третий. Держи, держи, второй. Да зарезку прям поднимаю, маленький. Как раз на коптилочку зашибись. Третий. Третий лещ Елены Таежной. Нормально. Лещ, ребята, лещ! Лещ! Сумасшедший! Ты будешь тащить или ты будешь принимать? А? Она сказала, чтоб я тянул. Лена сказала, чтоб тянул я. Хотя удочка ее. Ух ты! Помогите! Спасите! Ленка, бери. Давай. Самец, Лена, бери. Бери. За леску прям хватай, бери. Рожа у него в этом, блядь. Пупырышка. Тихо, 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 не опускай. Это нерест. Это еще только начало, они потом вообще, блядь, шершавые. Вот тут вот, блядь. Это тебе подкормка. Спасибо Костомукше, Костомукша, как она, блядь? Адам даром Костомукша за предоставленные нам крупы, горох, гречка. О, вот это выстрел! Там вообще гуляна. О, блядь, блядь, это всего попал. Я видел, я видел, я видел. Я просто глаза раз и два, блядь. Нету третьего, ну как-то. Пашка, там у тебя слишком глубоко. Так у меня глубина такая. Сидим, дорогие друзья, ловим потихонечку. Потихонечку это вот так вот уже лещей. Целый пакет. Больше 10 уже, по-любому. Так это не считая мешка в носу. Да. Ждем. Ребята, у таежной Лены клюет опять. Вот, короче, я уже поняла, когда клюет, походу. Уже видно. Поначалу нихера не видно. Ну мы ждем, мы, короче, ждем, пока лещ засосет, блин. Мама, наверное, там сожрали червя. Непонятно, что там, блин. Его удочка вообще, блядь, не работает. Одна лента вообще не таскает что-то. Она когда писала, наверное... О, блядь, наконец-то. Что, клюет? Серьезно? Так, Лена, смотри, скажешь, когда клюет, или дергай, дергай вот тебе, давай. Давай мне тоже леща. Я вообще забываю, что с блогером рыбачим. Что-то надо дернуть на меня. О, есть! Лена, на! Положил, положил, блин, уже. Я просто дернул так, думаю, посмотрю. А он, оказывается, там сидит. Ленка сейчас нас нагреет. Ты можешь, знаешь, что сделать? Смотри, смотри, так вот по кайфу вообще, вот так вот крути. Вот так вот, вот так вот. Чувствуешь? 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 Ты можешь опять поставить. Много, главное, так. Не главное, много не утаскивай, чтобы закинуть. Давай. За лесочку хватай, Лена, давай сама. Блядь,
Пробуй. Давай. Я хочу, чтоб все сама, чтобы знаешь, чтоб вот прям вот все. Ну уйдет, да уйдет. Да давай сюда лодку прям за леску поднимай. Поднимай за леску. Он небольшой. О, все, нормально. Сейчас сделаем. Ты смотри, сейчас зацепишь меня. Я пока на ленте на месте порыдаю. Какие твои жопы, сиди там. Так. Вот так вот. Он развязался. Короче, Ленку мы не берем больше на рыбалку. Да, Лена? Кубуева, ты привет будешь Машке передавать? Машке? Качановой. Она говорит, я Качанова. Для меня она Буева всегда будет. Для меня тоже, она сказала Качанова, поэтому привет. 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 От... старый штиблет. Ну, ребята, это всегда так, когда не возьмешь пакет или эти, ящик на рыбалку или рюкзак, то у меня не все, я хочу. Дайте мне леща, я говорю, тоже хочу. Друзья, вот такая подкормка. Тут, короче, у нас горох и как он, блядь, пшено. Кормим рыбу. Клюет? Это дернуло так? Давай, дергай. Пятьдесят четвертый. Есть таежная Елена. Давай, тяни. Давай. Нифига, Ленка, сегодня больше всех. Это... Нет, ушел. Знаешь что, ты, короче, когда тянешь, у тебя ошибка. Нет, ушел. Смотри, Ленка, ты когда тянешь, ты вот так вот делаешь. Не надо. Ты вот натянула, вот его держишь, он тянется. И тяни. Это как лебедка у тебя вытянется все равно. Это не успеет. Он не успеет. Он просто не успеет. Ничего страшного. Бывает. Все, выдохни. Сейчас клюнет еще один. Все. Ленка, ты больше всех поймала. Что ты переживаешь? Мы пока кормим рыбу. Таежная Елена, блин, ловит лещей. И говорит еще, что-то я как-то плохо ловлю. А ничего, что она больше всех поймала сегодня. Ничего страшного, да? Ты дергаешь, да? Я дергаю. Я сейчас опущу им еще одна ведерочка подкормки. Сейчас у таежный Роман будет рвать крючки свои. А таежная Елена будет рыбачить. Я знаю, сейчас порвется леска вот тут, вот смотрите. Дорогие друзья, сейчас леска порвется. Блин, там такое что-то. Вот такое. Там такое что-то прям крупное, что это удочка захотела. Да нет, Зай, не надо. Давай. Где раньше-то был? Сейчас порвется у таежного Романа и будем из таежной Лены рыбачить. Смотри, все, порвался. Там, где у Паши стоит. А? А поплавок должен быть там, где у Паши стоит. Не, нормально все. Все, поплыл поплавок мой, поплыл! Пашка, клюет, бля. Клюет. Я не мог это дернуть. Ну он яркий, мы найдем Пашка, наверное. Найдем. Мы должны найти. Оторвалась. У меня, короче, леска почему-то раздвоилась на две части. Я не знаю почему. Смотри, куда его придет. Сейчас, подожди, Ленка. Вся удочка козырная, новая, потому на нее клюет. Короче, таежный Роман отрыбачился. Клюет. Клюет, так давай тяни. Чё ты?
Че? Клюет, клюет, клюет. О-о-о! Помогите! Помогите, Ленка, на! Давай, это все дело в гайке! Это просто гайка, понимаешь, стоит не грузило, а гайка! Класс, да? Класс! Много не вытаскивай! Паша, не толкайте меня! Не туда удочку! Удочку, подожди, отпускай, смотри, смотри. Смотри, смотри, нет, не надо, сейчас опускай, смотри. Опускаешь вот так, смотри, Ленка, смотри на меня. Да. И вот так, смотри, смотри, ладошкой берешь. Да, лесочку хватай. Молодец. Давай, 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 таежная. Давай. Хватай его за жабры хватай. Молодца. Вот, так, вот возле сюда надо хватать, вот так. Да, я неудобно, я вот, попущу. Вот так, поповок. Смотрите, поповок. Здорово, Пашка, видал? Паха, ну ты понял, что дело? Весь секрет в гайке, короче. Он клюет на гайку. Санье. Вот гайка. А, блядь, тут не гайка, тут груз. Ну ладно, для Пашки гайка, короче. Пусть кто-то может у нас гайка. Может, клюет, потому что... Вот это какое-то кормовое. А я кормушку подрез. Да? Да. Ах, таежная, блин, а. Ты смотри, говно в детстве ела, наверное. Нет, не ела. Не ела? С икрой? А, ты с икрой и лещ с икрой? Вот он на тебя идет? Ну да. Ну, наверное, бля. Сейчас мы тебя закинем. Смотри, а Паша сказал, вы не туда закинули, помнишь, да? Тут дело не вместе. Нет, тут дело не вместе, как оказывается. Просто таежная Елена... Просто таежная Елена с икрой и лещ с икрой. Икра на икру и дает... Да, да. Икра на икру дает приплод. Ты смотри-ка, видишь, научилась же, блин. Клюет. Все. Отлично, блин. Давай продолжай в том же духе. Уберешь этого лиса, да, на место? А куда вот? Я не знаю, блин. Вот такие вот, Ленка. Покажи. Да, Пашка. Да, это лещ. Давай сюда, 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 сюда. Сюда, сюда, давай. Давай, братик, отцепляй его. Так. Везде я еще копченых не ел. Везде я копченых еще не ел. Так, давай, вытаскивай. Сейчас, подожди. А вы ехать не хотели, да? А вот это, знаете, я вот заметил в своей жизни вот так. Не, это знаешь, это я заметил вот такая фигня всегда, когда спонтанно собираешься и едешь. Счастливая удочка, Ильетка счастливая просто. Ты икриная, блин. Так, стой, давай, давай вот сюда сейчас протаскивай. Как что протаскивай? Вот это все, вот сейчас крючки пойдут. Руки опускай, вот ту руку опускай. А это? Отпусти, да. Это, отцепи. Слушай, мы также сидели на рыбалке с Максом зимой, отцепи. Когда сейчас ездили. И у меня такая же была. Я говорю, я сюда... Ты ловила? Да. Давай, давай, таежный пахан поймал леща! О, там кабан! Помогите! Помогите! Смотри, снимай удочку у меня. Ох ты, ёпта! Ты посмотри, ребята! Вот это рыбалка в Карелии! В Карелии рыбалка, рыбалка в Карелии. Слышь, у тебя там странно что-то. Подожди, стой, не тяни, у тебя там, ты помнишь, что леска слабая. Вот налим, 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 стой, стой, подожди, давай сюда, сюда, сюда давай, туда не вытянешь его. Пашка, его за леску не поднимай. Не поднимай, порвет, у тебя поводки тонкие. Только за жабры и палец в рот хватай. Палец в рот, палец в рот. Все, молодец, красава. Уха, налим я, уха. Ты посмотри, налим, да. А, он кусается, падла. Так отцепляй, что ты, я как... У Ленки клюет, что ли, там? Не, не, это я... Во, видишь? Слушай, там резать надо. Это красавчик, просто гроза налимов. Не знаю, как это называют.
Ты посмотри, ребята, вот это рыбалка в Карелии. Карелия, рыбалка в Карелии. Бля, я с такой здоровый. Там странно что-то, подожди, не тяни, у тебя там, ты помнишь, что леска сломала. Налим, стой, давай сюда, давай, туда не выкинешь его. Пашка, его за леску не поднимай. Не поднимай, порвет у тебя поводки тонкие. Только за жабры и палец в рот хватай. Палец в рот. Все, молодец, красава. Пашка, так ты вообще, да, смотри, красавчик. Ну посмотри, налим, да. Ах, он кусается, падла. Так отцепляй, что ты, я как... У Ленки клюёшь, что ли, там? Не, это я заклюю. Слушай, там резать надо. Паха, это красавчик просто, гроза налимов, не зря тебя так называют. Пашка налимов так и не ловил, да? Я тебе говорю, они клюют. На уночку, а, да, он тяжело идет. Он в два раза тяжелее, чем лещ идет, дорогие друзья. Налим это просто, он, блядь, мутант. Ну во. Я в прошлом году тут одного тоже выцепил. Так, а где у нас финка? Да, мне рассказывали, что ловили здесь. Я ловил. Зашла в раж-то, блядь. Браж-то зашла. Ленка, Ленка. Ленка таежная зашла, вошла в раж, блядь. Я понял, что здесь было изёвое место. Пашка, нет, хватит. Смотрите, дорогие друзья. Что это? Они нас видят. Они подглядывают. Вы видите это. Вы видите то же самое, что и мы. Друзья, таежный рулит все-таки, ребята. Что-то небольшое вроде, но, блин, ребята, что-то есть. Таежный, блин, все-таки всем сегодня покажет. Так, о-о-о! Опа! Вот так вот. А я просто так, знаешь, думаю, дай-ка подтяну, смотрю, тянется. А как он так это? А это, знаете, на что клюнул? На выстрел. Речка успокоила. Он меня клюет, что ли? Клюет, клюет, у Ленки клюет. На, давай, давай, рви. Давай, давай. Тяни, тяни, тяни. Только слабины не давай. Ну! Подкормляй шута, Ленка тащит. Сильно не подводи, сюда запутаешь. Сюда, сюда, сюда. Давай, давай! Ну и ладно, хрен с ним. Ну, да и ничего страшного. Я понял. Опускай. Ленка, Пашку, бать. Ты... Тебя, да ничего страшного, ну по... Ну что тебе, Ленка, ну что теперь, умереть что ли? Ну, ну сорвался. Помогите, дорогие друзья. Таежный Роман. Я главное не видел даже поклевки, я просто глубину отмеряю и чувствую, идет, красавчик мой. Ну что, таежный, будешь вытаскивать? А? Будешь вытаскивать? Вот, видишь? А что такое? Это, я говорю, это пацан. Это перед нерестом. Развяжи, пожалуйста. Ну ты поняла, да? Что не зря спиннинг свой делал. Я, главное, даже не видел, а просто потянул и смотрю, сидит. Это такое совпадение такое, знаешь, когда ты только начинаешь писать, ты только вчера хватает. Просто, я говорю, я даже не это, ни о чем, блин. Даже не подсекал. А ты что такой рванул? А что там? Ты не сел, этого грузила. Вася, поволок твой охрененно работает. Таежный ловит на него. Поволки, знаешь, у Васи нравится чем? То, что у него антенна и сверху маленький поволок. И видно, когда его топить начинает, тогда клюет. Антенна, да, вот это вот. Мне не понравилось. Антенна вообще прекрасно видно. Он видишь, он ходит. Он как будто идет. Все. Поплавок перетягивает. Не-не-не. Ну тут сразу нет. Видно, когда он тонет. Ну, Роман. Роман нам скинет потом его. Так, дорогие друзья, ну вот в итоге. В итоге у нас вот улов вот составил два пакета таких, как бы тут три леща и тут мешок рыбы.
Ой, ну, Паша, ну подожди. Ну не торопи события. Паша там тащит кого-то. Да давай, подтекай. Его уже глючит просто. Первые 40 лет детства. А? Камера садится. Первые 40 лет детства, говорят. Да? Лена, у мужика Лена, первые 40 лет детства самые тяжелые, Лена, короче. Лена, вот давай, он давай, ловит. Вымышленно вообще. Короче, таежно Лена сегодня поймала штук 5, да, ты поймала? Больше. Еще столько же сошло у тебя? Больше. Ну ладно, больше. Да ладно, она 20. Короче, мы поймали вот. Вот, смотрите, вот тут вот вглядывают. Это вот, короче, хейтерам привет передают. Вот, смотрите. Смотрите, я сейчас покажу даже. О, товарищи. Спасите. Блин, где там? Хейтеры. Спасите. Спасите, говорит, короче, хейтерам привет передает. Короче, мы поймали сегодня. Ну что, сколько мы поймали? Кашу будешь дарить. Пашка, сколько мы поймали? Ну, 10 мы поймали по-любому. 15 лещей где-то, да? Да нет, побольше, я думаю. Побольше? Вот это самый... Ну, короче, минимум. По 5 каждый поймал точно. Я сейчас не могу вам достать, показать, потому что тут пакеты эти разойдутся. Не поднимай, Пашка, не поднимай, он лопается, не поднимай. Там иди. Ну, тут килограмм 20, наверное, и тут о, тоже, блин. Смотри, короче, мы поймали, ребята, нормально сегодня. Вот, изи, ищи. То есть, вот такая получилась рыбалка, вот закат. До 6 часов вечера клюет, потом дальше не клюет. Так что, плотва еще где-то у тебя там плавала, слышишь? Ты нашел плотву? Да. Так что, дорогие друзья, вот так вот. Дорогие друзья, кому понравилась вот такая вот рыбалка, не забывайте подписаться на канал, поставить лайкос. Ну и всем пока. Увидимся на следующей рыбалке. Видишь, экранчик? Всем пока. Подожди, вот так. Хвостом. Вот так вот, вот так. Ох, вот так вот, ребята, всем пока. Давай, коленка. Я не вижу. Вон ты, вон в экране. Пока-пока. Дядюшка налим. Вот и такого вот налима Пашка зацепил. Ну, полторашка, наверное. Кило 200. Где-то. Налимчик. Сеня. Сейчас жуешь. Еще раз, два, три. Еще одно фото, еще одно вот так. Бля, не могу, вот нормально. Так, вообще круто. Раз, два, три. Ну что, Ленка, тушенкой налима прикармливать, не? М? Тушенкой налима прикармливать? Да. Не, ну реально тушенкой налима прикармливать? Да. Она не фотогеничная. Ты? Очень даже. Очень даже нет. Очень даже да. Короче, дорогие друзья, мы с вами едем за моим поплавком, который он у меня уплыл. Лена таежная его увидела. Говорит, вон он, говорит. Ресторанчик поплавок. Так, подожди. Глуши! Ты что, заглушил уже, что ли? Таёжного Романа еще никто не уходил. Значит, стой, Лен, стой. Не вставай. Не вставай, не вставай. Все нормально. Все четенько. Все, блин, прям идеально. Ленка, у тебя как там дощечка? Подожди, стой, поднимись. Так, давай, садись. Все, погнали!
Thank you.